Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, я забираю наши награды и смотрим, где мы сейчас вообще находимся. Так, Лига Сёгунов, одна звезда, как ты видишь, и ранг третий. Да, опустили ниже плинтуса, по-другому не назвать. Так, берем 15-20, и у нас 53-й ранги выступает против нас. 53-й ранги. Я, наверное, все-таки перестрахуюсь, друзья мои, с помощью какого-нибудь хай-левла. Ну, возьму, к примеру, Карайку. Я думаю, что ее вполне должно хватить нам для того, чтобы разобрать просто наших противников. А за счет, естественно, высокого уровня и офигенной инициативы. Но я ожидал немножко, как бы тебе сказать, крутого удара, но на самом деле ничего хорошего из этого не получается. Я боюсь сейчас Донателло, если мы его сейчас, конечно, не шлепнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нам надо его уничтожать, знаешь, хотя бы для чего? Для того, чтобы он не отхилял свою команду. Есть, есть, друзья мои. Так, теперь понижаем атаку. Надеюсь, Майки... Так, ну двоим понизил. Это уже... Твою налево, ты посмотри, что он сделал. Он снял дебафы. Так, черт подери. Здесь по инициативе смотрим, кто у нас идет первым. Тут идет Лео, поэтому Лео надо срочно, ребят, уничтожать. Так, минус Леонардо. Плюс мы попробуем. Так, у кого нет щитов? Вот здесь повышенная атака, ну-ка. Ну, ё-моё, хан, ну что это? Да ладно. А если так сделаем? Ну-ка. Да, хорош, хорош, бросай этот гриб. Есть. Интересно, мы Донни сможем подбить? Давай, наверное, массовую атаку все-таки я сделаю. Отлично, и добиваем. Нет, вот, хан добил. Да, друзья мои, здесь у нас все получилось хорошо. Я думал, будет намного хуже, и я думал, что нас разберут, ну, хотя бы хоть кого-то. Но мы, тем не менее, переходим на Лигу Сёгунов две звезды, и ранг у нас 87-й. Так, ладно, мы это скушали, мы двигаемся дальше и смотрим. 15-21, точнее 16-21, скорее всего, мне не дадут, и я, да, я остановлюсь, пожалуй, на вот этом отряде. Так, 54-52, я смотрю, у нас тут. Раз, два, три, четыре. И возьму опять же хай-левел. Возьму хай-левел, но тут будет уже посерьезней. Возьму я Пиццелицева. У него 98 уровень. Сами знаете, да? Если он сейчас плюшку бросит, по идее, парочка бойцов парочка бойцов должно упасть. Фига себе парочка. Просто всех положил. Да, этого даже я не ожидал. Ну что, друзья мои, тогда это даже очень круто, и мы продвигаемся на 79-ю позицию. Так, ну давай возьмем вот этих ребят. Возьму здесь Зека. Возьму Зека и раз, два, три, четыре. Вот таким вот макаром попробуем пробиться. Естественно, я большой акцент делаю на Зека и на его бомбочку, и на его замедляшку, так скажем. Муха, ты... Ой, ты что делаешь? Я не это хотел. Я не это хотел сделать. Ну-ка. Есть. Хотя бы так, ребят. Бросаем блокировку на хил. Еще минус один. И теперь еще и осколки, ко всему прочему. Так, и добивка. Фух, я тебе скажу, что нам повезло. Вот здесь, вот в этом поединке нам очень круто повезло, потому что... Все прошло как надо. Я думал, что будет намного хуже, если честно. 65-я позиция, и мы двигаемся дальше. Так, обновить. Обновить. Ну, дайте мне что-нибудь посерьезнее-то. Нет, ребят, не получается. У меня 15-20, это максимальное, что они мне могут позволить. Хорошо, я возьму Майки, я возьму Рафаэля. И пойдут с ними у нас Крип, Микеланджело и Донателло. Да, 56 уровень, но лучшего я предложить пока ничего не могу. Так, сделаем с тобой уклонение, чтобы по нам противник просто-напросто не попал. Также мы ставим провокацию на Рафаэля, чтобы он смог добивать их. И делаем сюрикены от Микеланджело. Господи, это что за урон? Это что, я спрашиваю, за урон?
Так, Рафаэлька всегда... Ох, сейчас Рафаэлечка разгуляется здесь. А я говорил. Да куда ты тянешь-то, на Рафика? Ты что, совсем что ли сбренил, парень? Пощечину дал, такая слабенькая пощечина была на самом деле. Дрон тоже здесь не особо хорошо отличился. И тем не менее, ребята, мы, да, проходим этот поединок. Мы этот поединок прошли практически идеально. Опять же, за счет нашего Рафаэля. Так, ну что, продолжаем и выбираем. А выбирать-то и нечего. О, смотри-ка, 16-21. Ну, значит, я беру здесь Ваньку. Пускай он будет у нас сотым уровнем. И к нему вот этих вот ребят возьмем. Опять же, друзья мои, повторяю, если сейчас Ванька лопухнется, а я надеюсь, этого не будет. Я надеюсь на это. Ну-ка, Ваня, давай. Козырно. Просто если бы он лопухнулся, наши бы ребята начали бы падать. А он тут очень хорошо Ванька сделал, просто идеально. Так, 36 место, и мы переходим вот сюда. Так, 60... Ого, уже 60 ранг. Ну, как думаешь, Бакстер Стокман один справится? Я думаю, в принципе... В принципе, да. Почему? Во-первых, ребята, у него две массовые атаки. Не забывайте, смертельная волна плюс маузеры. Смертельная волна налаживает на них постепенный урон. Об этом не стоит забывать. Но здесь Микеланджело начинает выпендриваться. Ну-ка, проверим. Так, на все... Ага, кроме Майки. Вот Майки мы как раз с тобой и бомбанем. Оу! А по... Что? Вы изю... Вы... На тебе. Они просто, друзья, не попадали. Просто не попадали. Они били мимо. Все. Кроме Бакстера Стокмана. Это как вообще понимать? Я немножко в шоке. Я в шоке. Так, 16-21. Давай-ка мы с тобой попробуем найти. И... Нет, 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 ребят, так не пойдет дело. Вот. Возьму я сюда Леонардо. Одного его хватит, поверь мне. Одного его хватит здесь за глаза. И возьмем вот эту вот команду. Так, если мы сейчас Леонардо сделает вертушку, он уложит их всех или нет? Угу. Ты видишь, да, результат? Не уложил он всех. Дрон плюс... Но такой расклад меня вполне устраивает. Вот сейчас было, в принципе, идеально сделано. И мы продвигаемся дальше. И в конце концов, я думал, что мы все-таки запрыгнем с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но пока нет. Пока не получается. Так, ищем 16-21. Обязательно ищем. Вот. И, ребята, здесь я возьму, наверное, Рафаэля плюс... Пускай будет Джастин. Рафаэль и Джастин. В принципе, ребят, Рафаэль делает массовую атаку по инициативе первым. А вот насчет Джастина я не совсем уверен. Но здесь, видишь, есть Донателло. Сможем ли мы его уронить? Сейчас посмотрим. Так, теперь Шредер. В принципе, после удара Шредера должны упасть еще. И тут добивка. Все, ребят, замечательно. Без потерь, как говорится. Все как доктор прописал. И мы продвигаемся с тобой на Лигу Сёгунов 3 звезды. И тут, ребята, уже, наверное, я думаю, мы до Лиги Мастеров сегодня доберемся. Так, хотелось бы получить 16-22, но что-то подсказывает мне внутри, что, Рейчик, ты этого не добьешься. Скорее всего, так оно и будет. Да, ребят, скорее всего. Ладно, я возьму 16-21, фиг с ним, уговорили. Пойдет у меня Армагон, и с ним пойдут у нас Рафаэль, Микеланджело, Лео и... И из головы вылетел, как его увеличать. Ай, Роквелл, конечно же, ребята, конечно же, это Роквелл. Шимпанзе. Все. Я даже не сомневался, что так будет, потому что Армагон топчик. Он один из топовых бойцов. 60 уровней просто рвет. А вот то, что мы с тобой продвигаемся очень медленно, это, конечно, не есть гуд. Вообще.
Если я возьму Донателло, этого будет мало, поверь мне. Я возьму тогда еще и Слэша в придачу. Донателло и Слэш. Вот такая команда будет у меня, плюс три слабеньких персонажа. И сейчас, по идее, все должно быть идеально. Во-первых, ходит Донателло первым. А, Слэш все-таки. Ну, тогда я... Вау. И Донни добивает. Козырно. А что я могу сказать, ребят, еще? Великолепно сыграли здесь. Молодцы, красавчики. Переходим с тобой на 70... Ой, 70, на 62. Так, до сих пор 16-21. Они не дадут мне 16-22. Они дают только пониженную, там, 15-20. Но меня это не устраивает. Хорошо, я соглашаюсь с их условиями и берем здесь Супер Шредера. Я скажу тебе больше, Супер Шредер здесь... В принципе, в соло должен затащить. 66 уровень. Но как тебе затащить? Он нанесет максимальное повреждение. Нашим бойцам только остается добить. Типа того. Хотя там, опять же, ребят, висел постепенный урон. Даже если бы дошел бы ход до Мондо Гекко, он бы все равно отдуплился. Так что тут безвыходный вариант. Безвыходная ситуация для наших противников была. В общем, разрулили все по полной программе. Так, ну давай возьмем 16-21. Раз. Ты понял, да, чем здесь пахнет? Здесь пахнет идеальной победой. Почему? Объясню. Ребята, маузеры, прокачанные на масс-атаку до 7 ступени, рвут до 70 уровня практически всех, кого им не дай. За редким исключением кто-то остается один, выживает. Но это, опять же, тот персонаж, у которого... пониженная атака будет, например, моих маузеров. А так, вообще без проблем. 42-я позиция, и мы двигаемся дальше. 16-20... Оу, е! 16-22. Я возьму здесь кожеголовая плюс Макмен. Ну, ты понимаешь, что Макмен не супер такой отличный боец, но на добивку, я думаю, он сгодится. Так, делаем кубарем удар. И тут просто давим. Я уже не стал делать массовую атаку, просто незачем на одного бойца ее тратить. Смысла нету. И вот у нас 26 место. Так, ребят, 16-22. У нас остается... Ну, давай возьмем Усаги и Дзимбо. Раз, два... А, все, 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 друзья мои. Мы уже перешли с вами на 70-ников, и поэтому, в принципе, можно уже... Ну, как бы без топового бойца, конечно, вряд ли мы справимся, потому что добить не сможем. Но... Так, постепенку на всех, плюс делаем масс-атаку. И добиваем. Козырно. Друзья мои, вот это вот я называю бой. Вот это вот называю бой. Все идеально. Я обожаю, когда все четенько проходит. Да, мы с тобой доберемся все-таки до лиги сёгунов, но... Только будет одна звезда. И это, конечно, немножко обидно. Но я думаю, что ты понимаешь. Два дня не играл. Была работа. Вот. И как бы тяжело немножко подниматься, потому что прошло определенное количество времени. И, соответственно, чем больше проходит времени, тем тяжелее нам подниматься по рангу. Ну, такова, ребят, система игры. Отлично. Крэнк, красава, не подвел. А у нас, по-моему, у Крэнга тоже до 7 ступени прокачан этот луч. И вот, друзья мои, Лига Мастеров. 99-я позиция, и мы переходим с тобой... Блин, а может быть, дадите мне все-таки уже 17? Нет? Нет, ребят. Они не дают. Ладно, ладно, я, в принципе, не злюсь. Тут все по справедливости как бы идет. Единственное, что... Единственное, что у нас Сплинтер будет... не отыгран. Ну, нам не впервой, как говорится. Давай сделаем удар когтями. Плюс крик от Карайки. Это что? Это Карайка-то крикнула? Зашибись. Так, морозилку я вряд ли вырублю, но я попытаюсь. Ать. А вот если шок сделаем. Солидно. Троечка упала, и добивка, наверное, ракетами пойдет. Да, ребят. Слушай, ну это хороший результат.
Тут мы всех побили, как бы даже не получили урон. Ну, единственное, что да, Лига Мастеров одна звезда. А тут уж, ребят, извините, я пытался, но продвижение идет очень медленно и очень... А, подожди, мутагена у нас хватает. У нас хватает мутагена для того, чтобы мы прокачали с тобой того же самого Пиццелицу на 99 уровень. Так, ребят, еще один левел ап, и он будет соткой. Мы от него отстанем и займемся уже другим персонажем, будем его прокачивать. Так, сразиться, значит, в режиме кампании, то есть, получается, ищем нашу Кунаичи. Буду я ее прокачивать, пожалуй. Так, что-то я, по-моему, пролистнул, да? Вот она. Так, вот это мы прокачиваем. Значит, одну шляпу с напитками надо нам найти. Есть такое дело. Одна шляпа с напитками найдена. И дальше у нас 13 вот этих вот фонариков нужно найти. Китайские фонарики, я так понимаю. Так, раз, есть. Второй найден. Так, третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И все? Нет, седьмой. Да господи, ну седьмой. Не дают. Не дают, друзья мои. Да ладно, вы серьезно, что ли? Ну, седьмой фонарик, ё-моё, ну. Так, восьмой. Эй-эй-эй-эй-эй, подожди, седьмой. Блин. Так, седьмой. Да. Вообще по нолям. Ребят, просто не хочет давать мне. Так, у нас сколько там? Ну, пицца еще есть немножко. Так, восьмой. Не, я не собираю уже, все, поздняк. Уже поздняк. Так, это девятый. И, как ты видишь, пицца у нас закончилась, к сожалению. Так, забираем здесь остатки роскоши. И нам нужно пройти серию испытаний. Ну что, пойдем пробежимся по ней. Ну, я возьму, наверное, здесь Зыка, Ваньку, плюс возьму Леонардо, Рафаэля и Маузеров. Твою налево, ты серьезно? Так, ребят, нам нужна пицца. Нам нужна пицца только лишь ради пиццы. Я иду вот сюда, ребята, валить Пиццелицу. Это еще хорошо, что у нас вот так вот получилось все. Так, 15, ну, в принципе, 15 штук должно хватить. Плюс у нас там в загашнике было, и все это плюсуем. 18. А для того, чтобы пройти серию испытаний, нам нужно сколько? Раз, два, три, четыре. Подожди. Да ё-моё. Все, нам хватает. Это чтобы просто у нас были пройдены все ежедневки. Так, давай завалим Змейковьюна. Опс. Так, подожди. Что-то пошло не по плану у нас. Угу. У нас массовые атаки есть у кого-нибудь? Есть бомбочка у Зека. Плюс... Оу, маузеры, красавцы. Добиваем, короче, мы их. И забираем нашу награду. Последнюю, кстати. Так, давай. Собрать. И, ребята, все ежедневки у нас выполнены на сегодня. И все события, все мы сегодня сделали. Так, подожди, не то нажал. Угу. Ну, если честно, на сплинтер я не пойду, ребят. Потому что, ну, зачем он нам нужен, если он у нас есть. Причем прокачанный. Нет смысла, я не вижу, по крайней мере, проходить там. Вот проходить событие, которое называется у нас платиновое, да, я вижу смысл, потому что там, сам понимаешь, нужны элементы. Вот, там мы пойдем, а здесь нет.
Уж извините. Ну что, дорогие друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.